меня есть такой необычный анекдот, который называется «Как кто слушает анекдоты?». Вот я попрошу помочь мне. Есть старый анекдот. Ну, с бородой, страшно. Приходит человек в ресторан. Заходит в раздевалку. Гардеробщика нет. Он вешает пальто, пишет записку. Чемпион по боксу, попробуй возьми. Ушел. Поел, возвращается, пальто нет, пишет записка. Чемпион по бегу, попробуй догони. Весь анекдот. Но как этот анекдот слушают разные люди? Как слушает анекдот подробник? Человек подробник слушает анекдот, да. Значит, как начинать надо? Да, расскажу анекдот. Так, кто рассказал? Никулин рассказал. Да нет, ну, правда? Ну, правда, какая разница? Ну, расскажу анекдот. Приходит человек в ресторан. Какой ресторан? Ну, в любой, ну, в Барагве. А в Барагве, да. Ну. Приходит в ресторан, а там идет гардероб, а гардеробчика нет. Да? Когда это было? Ну, я не знаю, когда это было. Ну, 20 дней назад. Что мне хреновый паришь, он 3 месяца на ремонте уже. Как слушает всезнайка, который все знает? Давай. Расскажу анекдот. Расскажу анекдот. Коля рассказал. Коля? Коля. Нет, нет, нет. Я слышу в одном месте. Приходит человек в ресторан. А там негры, да? Приходит человек в ресторан. Идет гардероб, снимает пальто. Да, снимает пальто. Да никого нет. Он вешает пальто и записку. Чемпион по боксу, попробуй разбить, да? Да. А потом, когда приходит, и пальто нет, там записка, чемпион, по бегу догони, да? Да. Рассказывай. Похабник как слушает. Похабник. Ну, рассказывай, Гриша. Ну, я расскажу, значит. Расскажу анекдот, детка. Давай. Да нет, ну это обыкновенный анекдот. Приходит человек в ресторан. С бабой? Да нет. А, неинтересно, нет. Как слушает смехач? Смешливый человек. Приходит человек в ресторан. Я что, расскажу анекдот? Ну, да к тому условились-то. Да расскажу тебе анекдот. А, брат, забыл. Я уже сам смеялся. Я расскажу анекдот тебе. Давай, давай. Люблю анекдот. Приходит человек в ресторан. Придумывает. Да? Ну, в ресторан приходит человек, идет в гардеробку. Гардероб, да, не могу. Снимает пальто. Пальто. А гардеробочка нет. Да. Он кладет записку. Записку. Чемпион по боксу, попробуй тронь. Куда? Пойду ребятам расскажу.